Добрый день, дорогие друзья! С вами Серафима Морозова. Я представляю наш канал «Здоровы с нами». И сегодня хотела бы для вас показать упражнение, которое называется «Железная рубашка». Она не всем подходит. Некоторым вот так стучать нельзя, потому что сейчас много постковидных, и у них тромбы. И им нужно вот начинать вот так потихонечку. Но первое, что вы делаете, да, вы выстукиваете снизу вверх руку и потом вниз. Вот так. Кому-то можно прям слегка. Особенно у кого варикоз. А более-менее здоровым вот так, да? Теперь, значит, выстукиваем здесь вот так грудь. Выстукиваем себе живот. Сзади обязательно выстукиваем, голову выстукиваем. И ноги. Ноги вы можете ставить ногу, если вы не можете наклоняться. И в любом состоянии. Вверх, вниз. Вот так. Кто может, можете стучать вот так. Кому как удобно. Обязательно хорошо простукиваем ягодицы. И спину. У кого есть больные органы, например, колено. Сидя ставите колено и обстукиваете колено. У кого-то болит локоть. Обстукиваете локоть. Но не забываем, здесь все хорошо выстукивать. Это занимает несколько минут. Вы можете это делать утром и вечером. Можете делать в течение дня. Как себя почувствуете. Голову можно прям вот так стучать. Очень хорошо еще волосы вот так делать, да? Но это отдельная практика. Тянуть это все. Но железная рубашка – это выстукивание. Не ленитесь, делайте это.